Привет всем, меня зовут Динара, я с Казахстана. Привет всем с Казахстана. Я принимала участие в марафоне женственности у Ольги Валяевой. И что это мне дало? Это дало мне очень многое. Я открыла себя с новой стороны. Я поняла, что я хочу, какие стороны у меня не работают. Это нужно писать каждый день отчет, это нужно делать задания, выполнять. И ты понимаешь, ты все это делаешь только ради себя, не ради кого-то и не ради этого отчета. Путь женственности, путь женщины – это, наверное, все-таки предназначение. И я соглашусь с Ольгой Валяевой о том, что этот путь, он необычный, он красивый, он своеобразный. Я к нему шла очень долго. Я в начале своей дороги отказывалась от этого пути. Я вела себя по-другому, я вела иначе. Сейчас я отрастила волосы, мне это нравится. Сейчас я сажаю цветы. Вот здесь вот есть один цветок мой. Хотя на работе больше цветов. А во время марафона я сделала коллаж желаний. Вот он находится. Я сюда просто заклеила все фотографии, которые мне понравились с интернета. И они все парные фотографии. Все парные фотографии. Также я приобрела для себя книги Ольги Валяевой. Это, естественно, первая книга – это «Предназначение быть женщиной». Это, наверное, самая главная книга. Дальше идет книга «Искусство быть женой и музой». Это сейчас является моими настольными книгами. Третья книга – это «Плодоносящая о женской зрелости». И также, естественно, мини-шпаргалка – это 85 способов пополнить запасы женской энергии. Конечно, для меня этот марафон был открытием. Я увидела себя с другой стороны. Я увидела, что у меня не работает, в какую сторону мне нужно двигаться. Я пришла к тому, что нужно больше раскрывать женскую энергию. И в этом действительно помогают юбки. Я до встречи с Ольгой Валяевой поняла, пришла сама к тому, что юбки, платья – это женская энергия. Оно дает силу какую-то. И действительно, одев платье, юбку или идя куда-нибудь, тебе обязательно открывает дверь, тебе уступает дорогу, тебя бесплатно довозят. Очень много плюсов в того, что ты находишься в платье. Также я для себя открыла музыку. Я сейчас начала, не сейчас, правда, года 2-3 назад начала тому, что нашла преподавателя по гитаре и начала изучать гитару, играть на ней. Сейчас я достаточно хорошо играю. Играю я для себя. Недавно открыла себе рисование. Сейчас я рисуюсь. Хотя в данный момент я не нахожусь в отношениях, но это мне не дает того, чтобы я не занималась собой, не развивала себя как женщину. Это в первую очередь мое предназначение быть женщиной. Я пришла к тому, что для меня лучше, когда я вдохновляю женщин, вдохновляю их на саморазвитие, на самореализацию. И я понимаю Ольгу, почему она столько пишет, почему она создает эти марафоны, потому что это энергия, это вдохновляет человека. Это работа, это постоянная работа. Ты понимаешь, что много людей смотрят на тебя, и, соответственно, ты тоже начинаешь работать каждый день, каждое время. Наверное, быть женщиной – это даже не работа над собой, это, наверное, состояние. Быть в состоянии женственности, независимо, где ты находишься, на работе, дома или ты на улице. Это состояние, действительно, от которого мы отошли чуть-чуть. Благодаря таким марафонам, книгам возвращается женская энергия, возвращается женская сила. Ты становишься сильнее внутренне, не как мужчина, а становишься как женщина сильнее. И в этот момент
Получается, что многие женщины вокруг это замечают. Действительно, я для себя поняла, что вдохновлять женщин – это тоже одно из моих предназначений. И да, действительно, я поначалу пошла в этот марафон для того, чтобы были отношения. А сейчас понимаю, что я многое приобрела для себя. И благодаря этому марафону, этому, я продолжаю дальше работать. Я сейчас работаю над своим весом. Каждый день бегаю после работы. И это, наверное, отчасти как для меня это как медитация. Это тот момент, когда у меня голова отдыхает. Всем действительно, женщинам советую пройти марафон. И хочется сказать огромное спасибо и слова благодарности Ольге Валяевой за то, что она делает, за то, что ты делаешь, Ольга, за то, что ты вдохновляешь всех женщин. Это стоит дорогого. Это действительно... Я тебя понимаю в какой-то степени, я не могу это все описать, но меня это очень вдохновляет. Я искала такого человека, с которым бы мои внутренние состояния, они бы соприкасались бы. И, наверное, не случайно я тебя встретила, и, встретив тебя, я поняла, прочитав твои статьи, что все, что я ищу, ты это уже прошла, и ты пишешь. И сейчас, благодаря книгам, я меняюсь. И меняется мир вокруг меня. Девушки, женщины дорогие, всем советую пройти этот марафон, в первую очередь для себя, и приобрести книги, которые действительно помогают. Помогают, и вы находите ответы. Всем огромное спасибо, удачи и любви всем.